Всем привет! У нас продолжение того же дня. Сегодня суббота. Просто у меня в предыдущем влоге, в предпоследнем вышло, тоже была часть субботы. И вот суббота у нас продолжается. Я сделала видео, которые уже в Черкасах загружу в YouTube и выложу. Ну а сейчас мы едем в Черкасы забирать Дашу. Ну, вернее, сначала на фотосессию. Боже, вот это приблизило, аж сама от себя испугалась. Блин. Так вот, едем сейчас в Черкасы. Я там загружу видео, ноут взяла с собой. Возьму одежду себе нормальную, бо я, ну, просто и одежду там оставила. Сегодня, как лох печальный, ездила на рынок в домашнем. Ну, то ничего. Берем собак, Дашу. И после фотосессии едем назад. Меня с утра сегодня колесо спустило. Вообще непонятно, почему. Я не знаю, наверное, где-то на кладбище я его вчера, когда я там разворачивалась. Так, в принципе, и ямы большие, но когда я вчера разворачивалась, короче, я там так нормально колесом влетела и в яму. Вот. И, в общем, полностью было спущено. И сегодня мы утром, ну, подкачали его. Не знаю, сейчас посмотрю. Надеюсь, что не спустило. И на рынок съездили, вернулись. Вроде бы более-менее, ну, нормально. Вроде бы нормально, смотрю. Сейчас открою машину, потому что в машине очень жарко. Я ее даже во двор не загоняла. Надо подкрывать. Подкрывать все. Боже, открываешь, и такой прям жар отсюда идет. Весы у нас еще лежат. Гаврила Васильевича. Забери. Он, видимо, забыл. Надо открывать. Прям сауна. Да, в машине у меня, конечно, мягко говоря, срач. Очень грязно. Да, и саму машину, конечно, не мешало бы помыть. Она нереально грязная. Шо, Людочка? А мы вчера ездили на кладбище. Вчора ездили на кладовище, поприбирали торфу, ну, земельки набрали торфу оттуда. Да. От, а підсипали, зробили все, да. Це таке. О, дивіться. Да. Ой, як гарно йому, Бозі. Білеш. Да. Ох, і красиво. Такий гарний собачка, правда? Да, гарний. Якось горіха нашов, що ж є. Маленькі народилися, Надю. Да. Так. Люда, пішли подивимося. Роза розцвіла. Опа. Тут люди беруть у нас воду. Да. Розцвіла, диви, Люда. О, як пахне. Я пам'ятаю, Васильович її так Толік узяв та обрізав, був геть обрізав її. О, а цей, скажи, пахне клас. У нас і піонія, Людочка, порозцвітала. Красота така. Да, там порозцвітала піонія. А у мене один пуп'яночок такий. Да? І ніяк не може розцвітати. У нас порозцвітає, я на кладовище наріжу завтра. Ти завтра ж йдеш? Да. Йдеш, Людочка? Да. Ми завтра їдемо. Ключа, Дашулька. Біжить уже у нас сьогодні. Ага, этот цвет синьо-белый.
Вже на 13 минут ми опаздуємо, на 15. А ще треба добіжати до міста. І запаркуватися, блін, тупо. Негде, все тут, ну, все так от забито. Стали далековато. Ну, що вже зробиш, як є. Йо? Що ти? Птичка, вон. Слушай, я сьогодні всю ніч, я не виспалась. Какая-то птичка, реально, от дуже слышно. Вона даже пела, щебетала. Ой, що я роблю, господи. В общем, у нас уже фотосесія закончилась. Дед наш там где-то рыбу ловит. Мы идем к машине. Сейчас едем, покупаюся. Возьмем вещи. Не в спешке. Видео сейчас загружу. Ну, выйдет часа 8 видео. Ну, уже что я сделаю? Не успеваю. И все. И едем в село. Да? Угу. Как-то так-то. Да. Как-то так-то. Так, ну что, мы дружной командой вырушили в путь. Возвращаемся назад. Данюха сидит. Ему удобно, наверное, с Васильевичем. Да. Потому что Васильевич такой маленький, компактный, господи. Самое удобнее мне, потому что мне никто не мешает. Я это. Ну и что, едем, бо там у нас цыпленки ждут. А ничего с нами не будет. Ничего не будет. У клубочек скатятся, ты будут сидеть, да? Да. Даня, не наглей. Ну. Джессика Колодаши. Ой, смотри, смотри, катается. Угу. Диви, нормальный такой. Прокатиться можно. Квадроцикл. Да? О, что-то так светит мне. Да он стоит еще. Вот их машин вона купить 10, видишь? Стоят вони, конечно, да. Ну да. Так, що, надо на заправку заехать, да? Ну, мене, в принципе, хватит туди и обратно съездить. Диви. Чи може лучше заехать, хай буде, та... Можна всякий случай. Я, наверное, да. Ну, мы сейчас 10, так что. Да. Васильевич мне сегодня 10 заправил. И ты сейчас 10, мне тоже будет хорошо. 10. Вот оно, дивись, Даша, твой друг Влад. Где? Он сидит с той стороны. Я манал, да курева, комарику. Ура, наконец-то мы добрались домой. Уже поздно, 9:30 примерно. Заехали мы к маме, она покрасила яйца. Она сделала холодец. Много холодца. Вот он. В лоточках. И вот это, и вот это. И испекла, покрасила яйца, испекла пасхи. Посмотрите, какие красивые пасхи. Разрезать сегодня не буду. Разрежем ее завтра. Даша уже просто слюнями истекает. Она сегодня уже хочет их пробовать. Я говорю, Дашенька, давай это дело отложим на завтра. Они такие красивые. Где-то что-то за муха взялась. Ты что? Надо сейчас ее быстренько поймать. Такие красивые. Вообще. Класс. Ее прям хочется потрогать. Ну, я не буду. Я сегодня поджарила еще рыбу, колбаска и котлетки. И такая еще рыба маринованная. Все. Завтра сделаю еще салат. Ну, в общем, то, что буду делать завтра, завтра по ходу и буду показывать. А сегодня, боже. А сегодня я иду уже переодеваться. Поставлю погреть воды. Помою ноги, я сегодня душ домой приезжала, приняла. Боже, что там на голове? Короче. Попьем чай, наверное, и все. И ложиться спать. Да. Таблетки свои привезла. Сейчас померяю давление, сахар. Ну, все как. По стандарту. Так что и все. И на сегодня всем пока. И до завтра. Маме огромное спасибо за пасхи. Они очень классные и очень у нее вкусные. Спасибо большое. Целую. Всем доброе утро. Христос воскрес. Я приехала на кладбище. На столик, Васильевич. А. Ну,
Да, я все несу. І там, дивись, Даша, можна, там гвоздик трошки відходив. Ну. Щас, став сюди все. Зараз ми все розложимо. Зараз ми все. Ми взяли і живі цвіти, і такі поставили. Да, мамулечка, привезли тобі гостинчик. Гостинчик, моя рідня, тобі привезли. Даша змерзла. Мерзлячка. Мерзлячка, Даська наша. Так важко. На душі. Але в нас мама не любила, щоб ми плакали. Да, не любила. Даша жує котлетку. У нас бабушка дуже любила котлетки. Ще люди приходили, принесли хусточки. Котлетка, да? Да. І цвіти ще принесли. То глазки такі називаються, глазки, так? Да? Даша поділилась котлетою. Котлети. Котлети добрі. Як котлети чи котлети? Котлети. Котлета. Коклата. Котлета. Да. Я вчора кори. Робила, то кажу, мабуть, зі мною мама робить, тому що, говорю, дуже смачно. Мама мені допомагала. Все, мамулечка, поїхали, моя хороша. Поїхала ми, моя рідна. Їдемо тепер на обід. Що, ми накрили стол і будемо пам'ятати нашу мамулечку, бабушку, жену. Вона у нас була самая лучшая. У нас салатик, холодець, пасочки, ковбаски, котлетки. Мама дуже любила котлети. Ну, прям дуже. Рибу жарену дуже мама любила. І отаку рибку. Це Даша точить, сидить. І кісточки собирає кициком зразу. І паска, дивіться, яка, ух ти, в розрізі вийшла. Красота. Угу. Давай попробуй. Бери. Кашна, риба, паска. Ладно, треба попробувати. Над цим, над колючком зараз буде все. Треба було тарілочку тобі поставити, ну ладно. Угу. Мені красиво така. Оці бусинки мені дуже подобаються, що блестять. Ну все, всім приємного апетиту. І нам теж.